Всем привет! И вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я вам покажу видео, как надо правильно заниматься йогой. Первая поза это... Что это было? Упс. Прости, не заметила. Прости. В смысле не заметила? Ты меня чуть не раздавила этой коробкой. Вообще-то больно. Прости, я просто новенькую принесла. Смотри. Новенькая. Это интересно. Давай ее распакуем, и ты со мной вместе займешься йогой. Здравствуйте, я пришла. Я слышала, у вас тут новенькая. Да, вот. Новенькая. Я уже поняла, какая она новенькая. Ну, она приземлилась, можно сказать, на мягкую посадочку. Ничего себе! Я тут страдаю, а тебе смешно! Ладно, ладно, давайте ее уже открывать. Так, давайте откроем вот такую вот красивую пони. Такая красивая она. Вот тут так красиво изображена вот эта пони. А сбоку вот эта. Так, вот тут показана вся коллекция, которая есть. И сейчас мы посмотрим, кто же нам попадется. Берем ножницы и распаковываем. Так. Так. Вот поняша. Сейчас откроем. И посмотрим, кто же нам попадется. Так. Вау, какая красивая пони. Это вот эта вот пони, которая вот показана на упаковочке. Такая вот у меня кверх ногами сейчас. Вот это вот пони. Сейчас мы узнаем, как ее зовут. Так. Вот бумажечка ее и узнаем. Как же ее зовут? Жасмин. И это пони, яркая фотомодель. Утонченная натура она у нас. Вот такая вот Жасмин красивая. Обожает позировать для журналов. А в фотосессиях договаривается с ее лучшей подругой Марго. Вот такая она у нас фотомодель. Такая вот красивая. Давайте посмотрим. Вот мармеладки. Тут вот тоже у нас есть мармеладки. Так, давайте высыпем их. И вот наш мармелад. Так, всем привет. О, привет, Жасмин, как у тебя дела? Все прекрасно, вижу, вас тут тоже очень мило. Не хотите отведать вот этого мармеладу? Спасибо. Вот, держи. Спасибо. Благодарю. А это мне, остальное кому-нибудь другому. Так, я вижу, вы тут занимались каким-то делом, потому что... И мне показалось, кого-то потревожило, потому что был такой грохот. Да, ты кое-кого потревожила. Ну, вообще, смешно так. Я прям падаю от смеха. А что, я кого-то потревожила? Ну, можно и так сказать. Я тут занималась йогой. Йогой, я люблю йогу, но больше всего я люблю позировать. Давайте займемся йогой. А, я не против, сюда встану. Я сюда. Так, первое движение, нам надо встать на голову. Ну, вот так вот как-то. Ой, проще простого. Ой, я падаю. Так, стоп. Ай, у меня прическа. Ой, у меня вот как-то не очень получается. Ура, у меня получилось. У меня тоже. Ай, не скажем, что очень получилось. Но сойдет. Ладно. Следующее упражнение. Нам надо как бы
Сейчас сделать пирамидку вот так вот. Раз. Только аккуратно. Давайте вот так вот сделаем. Вот так. Так. Так вот, вот так. Вот так. И так. Круто! Так, давай, давай, подними меня. Так. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Может быть, хватит уже. Секундочку. Смотрите мои видео. И подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Всем пока. Я сейчас тебя уроню. Всем пока!